А теперь сделаю в виде такой лепешки из слоеного теста с зеленью. Это шпинат и укропчик, а это стрелки чесночные. Сейчас я их также мелко порублю, соединю, посолю и немножко прокачу через скалку, чтобы они сок дали. Вот таким образом я прокатила по зелени скалочкой, придавила их, они немножко дали сок. Сейчас я положу это все в тарелочку, смешаю с маслом подсолнечным. Смешала с маслом, и теперь я выкладываю это все на пласт слоеного теста. Надеюсь, что все классно получается. Теперь я это все как книжечкой закрываю и буду придавливать. Желательно, конечно, все придавить, но не скалкой. Придавила, и сейчас я дам ему постояться, чтобы немножечко тесто поднялось. В разрезе лепешечка. Сейчас будем пробовать на вкус. Тесто хрустящее.